нравится проснуться, подкинуть дров в печку, выйти и посмотреть, что нас ждет сегодня. Я здесь сам себе хозяин. Мне нравится так жить. Я могу делать все, что хочу. Никто мне ничего не приказывает. Мне не хотелось бы просыпаться утром и ходить в офис, чтобы сидеть целый день, уткнувшись в компьютер. Моя задача — добывать зверей. Многие думают, что достаточно поставить капкан в кустах, и зверь попадется. Звери не такие глупые. Это их мир, их территория. Охотник за пушниной. Премьера.